Губернатор Сергей Морозов предложил Екатерине Смороде, ранее занимавшей должность директора департамента соцзащиты населения, полностью поменять направление деятельности. С понедельника она займет новую должность руководителя международного и межрегионального сотрудничества. Предлагаю вам занять должность помощника губернатора, руководителя международного и межрегионального сотрудничества. Это новый и очень перспективный, достаточно большой по объему работы направления. В какой-то степени вы будете не только и министром иностранных дел, и министром регионального сотрудничества, ну и, наверное, даже отчасти губернатором, потому что международная и межрегиональная деятельность – это прерогатива губернатора. Теперь бывший замминистра здравоохранения займется продвижением имиджа Ульяновской области, укреплением сотрудничества с другими странами и регионами, а также реализацией крупных отраслевых проектов. Думаю, что я вас не подведу. Спасибо.